Понедельник на субботник. День недели не повод для уборки. Чистота должна быть всегда. Так решили специалисты окружающей среды станции Юнатов и вышли на генеральную уборку Березовой рощи. От мусора и сухого валежника убирали экологический парк. По всей России сейчас проходит акция «Марш парков и Березовая роща» не случайно выбрана местом для генеральной уборки. Ведь эта территория – особо охраняемая зона. Помимо уборки мусора, в парке проведут и вырубку аварийных деревьев.